Греческая пресса, как и согласно опросам большинства греков, ожидают решения кредиторов относительно продолжения программы помощи без оптимизма. Они опасаются новых мер жесткой экономии и не верят в возобновление экономического роста. Правительство Греции, в свою очередь, уверено, что у кредиторов нет повода предъявлять ему претензии в невыполнении обязательств. Со своей стороны, мы выполнили наши обязательства как перед кредиторами, так и перед греческим народом. Это очень важно, потому что мы пытаемся выполнять соглашения с кредиторами максимально гибко, чтобы защитить общество. В конце месяца Афины должны договориться с Еврогруппой о получении очередного транша в 5 миллиардов евро для погашения обязательств перед кредиторами. Но Афины обязуются придерживаться строгой фискальной политики, невыполнение которой повлечет новые меры со стороны кредиторов. Мы обсуждали еще один вопрос, а именно необходимость прийти к соглашению о плане действия в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. Эти меры должны соответствовать критериям, утвержденным на заседании Еврогруппы в Амстердаме 2 недели назад, должны быть недвусмысленными и прописаны заранее. Их исполнение должно произойти автоматически, без вопросов. Обязательства, которые должны выполнить Афины, это профицит в размере 3,5% ВВП к 2018 году. Во-первых, я уверен, что план будет реализован. Мы не сможем уйти от выполнения обязательств. Есть мнение, что мы должны были их взять на себя с самого начала. Во-вторых, этот план ударит по госслужащим и пенсионерам, сократив их зарплаты и пенсии в размере, необходимом для выполнения обязательств.